Привет, друзья, меня зовут Александр, это канал Muzzle of Play, мы продолжаем с вами играть в FIFA 2016 Ultimate Team. Итак, я все-таки решился на это, я решил пооткрывать золотые наборы, меня, кстати, об этом просили. Так почему бы и нет, давайте откроем, может сейчас наберем каких-нибудь прикольных игроков оттуда получим. Будем использовать FIFA поинты, да. Дождитесь совершения транзакции. Дожидаемся. И что мы оттуда получаем? Центральный, Пьянич, супер. Пьянич, это хорошо. Но все мелкие неинтересные карты я просто буду отправлять в клуб, а потом разберемся с ними. Потом составим себе какой-нибудь интересный состав. Давайте откроем еще один, еще одну коробочку откроем. Ну же, что нам в этот раз попадется? И это... Ну же, давай, Месси. Нет, Фабиньо. Ну же, кто-нибудь на этот раз? Ну, пожалуйста. Трауре. Ну ладно. Трауре так Трауре. Ну, бог с ним. Ну, Мартинес. Ладно. Ну, там фотографии Месси постоянно на нем. Дайте мне Месси. Я хочу Месси, чтобы был у меня в команде. Ну, быстро. Сейчас вот прям выдайте мне Месси, а. Кто? Забалета! Ладно, вот это я понимаю. Вот это уже вещь. Вот это уже человечище. Дождитесь завершения транзакции. Ну-ка, дождитесь. Ждем. Ну же. Миранта. Ничего интересного пока вообще нет. Ничего интересного не упадает. Ну, Месси, давай же, пожалуйста. Ну или Рональдо. Ну что-нибудь крутое это должно выпасть-то в конце концов. Кто? Кака, есть Кака, красавчик. Блин, обожаю Кака. Раньше был просто великолепен. Но возраст, конечно, сделал свое дело. Ладно, отправляем все предметы в клуб. Потом будем их расставлять. Потом, давайте продолжать открывать. Продолжаем открывать коробочки. Пау! Кто у нас? Аурье. Ха-ха, отлично. Отлично, все в клуб. Все, что не поместилось, все продадим. Пошли дальше. Ну же, давай. Ну что-нибудь интересное прям, ну. Ах ты, господи, Андре. Везет как утопленнику, просто как утопленнику. Ты посмотри, что творится. Ни одного Месси не дает, а? Спас, ладно. Туда же, все в мусор. Все туда пошли. Ты посмотри, а? Ну-ка. Ну давай. Ну же, я тебя прошу. Ну, братуха, помоги. Ну. Кто? Ну, это нормально. Этот сойдет. Вы знаете что, друзья? Я, наверное, потом вот все, которые... Ну, неплохие карты, но мне не очень нужны будет. Я, наверное, буду как-то какой-нибудь конкурс устраивать, наверное, и раздавать вам. А почему бы и нет? Ну, или как-нибудь по дешевке у нас скидывать. Придумаем. Кана, нормально, да? Вот, то есть мы придумаем, как это сделать. Вступайте в группу ВКонтакте, там это будем обсуждать, как это лучше всего сделать, как это лучше всего провернуть. Соответственно, ссылки в описании под видео. А мы продолжаем, мы пытаемся вытащить отсюда Месси. Я тебя умоляю, вратарь, хорошо. Асеньо, ну хотя бы у нас нормальный вратарь появился, и то хорошо. Смотрите, здесь у нас тут... Прикольно, ладно. Это хорошо. Отправить все предметы в ваш клуб, да. Да, он меня сейчас все время спрашивает, это в клуб отправить? Я говорю, да не, на улицу выгони, вон там помойка. Денюшков-то уже все поменьше все становится. Давай, FIFA, давай, не подведи меня. Ну же, вратарь, еще один. Кто это? Рейна. Рейна. Вечный запасной. Ну, зараза. Зараза, ну вообще же скач, да, сохранить предметы в клубе, да, все туда, все пихаем туда. Все в мусор, все в трэш, давай, остается совсем чуть-чуть очков, совсем чуть-чуть поинтов остается, ну. Ну давай, я тебя прошу. Ёлки-палки. Прикольно, да, друзья? А вообще я из-за чего я никогда не играю ни в каких тотализаторах, там... казино или еще где-то, потому что я дико везучий в кавычках. Дико везучий. Все трудом, все своим трудом обычно. Давай, дружище, давай.
ладно, ну, ладно, кол. Джо кол. А, блин, ну ладно. Пригодится. Хорошо. И я не знаю, получим мы Месси или Криштиану Роналду или нет, но мы постараемся. Но же. Печаль. Печаль и досада. Ну что ж, последний набор. Золотой премиум набор. Давай, давай. Ну же, друзья, болеем. Ну, пожалуйста, ну кто-нибудь нормального дай. Ну же, эх, ты, Сильва. А кто еще тут? Клоза. Ну, не Мирослав, конечно. Мартинес. Ладно, предположим, тренера дали. Ну, ладно, предположим, не так все плохо. Что ж, отправляемся создавать свою команду, собирать из того, что у нас получилось, а следующее открытие кейсов, точнее открытие наборов, будет в следующем выпуске. Не забывайте подписываться, чтобы его не пропустить. А мы сейчас отправляемся все-таки создавать команду и сыграем. Окей, нам кто-то попался, и он сразу готов играть, отлично. Надеюсь, все будет хорошо в плане, не будет никаких вылетов и прочего. Спокойненько поиграем, посмотрим, может получится даже выиграть. Давайте попробуем, давайте. Окей, ну в принципе, ну состав у него, конечно, на рейтинг 78, сыгранность 80, да? И тренер-то, я у себя тренера что ли забыл опять поменять? Я забыл у себя поменять тренера. Ну ладно, ничего страшного. А вот что я забыл сделать. Начинаем, друзья. Окей, давайте, погнали. Посмотрим, что у нас. Куда? Ну, что ты там-то пытаешься, ну? Ну, тихо. Есть, отобрали. Тихо. Давай пока вперед, давай так. Нужно немножко разыграться, понять, как он вообще играет, что он делать пытается. Давай, Йонг, у него Йонг, ты посмотри, а? Хорошо. Блайнд, ай-яй-яй-яй-яй, обошел, прям на ровненьком месте обошел. Хорошо, выбили мяч, аут. Фу! Черт, что-то я как-то нервничаю, Славик, я очкую, Славик. Давай, ну, оп. Тихо, что, кто, где, когда? Я вообще ничего не делал. Че, офсайд? Фух, слава богу. Все хорошо, мне просто страшно. Не хочу проигрывать с таким составом. Не хочу. Забалета, молодец, Забалета. То есть ты куда-то выбил, вообще не пойми куда. Ну да ладно. Я надеюсь, он не очень испугался моим составом. Ну, потому что состав-то у меня вроде и... Ну, такой, рабочий состав, да? Но играть-то я все равно не умею. Это... Прямо мне это не добавил. Ой, ладно, только это... Рейни, ты это не забьешь. Ты че? Рейни такие берет бабочки на раз-два. Давай, вниз, отлично. Тихо, нет, не так же надо было, не так. Что я затворила? Куда? А я обыграл меня. Хорошо. Куда? Нормально. Забалета, ай-яй-яй, Забалета, что ты делаешь, дружище? Ну нормально. Идем. Бей, ах ты. Мартинес. Держи. Верати, отлично. Навес. Забивать же надо. Нет. Ну нет, это слишком прямо вратарю. Давай, молодец, Пьянич, молодец, отобрал. Верати, давай, на ход тому. Давай, прострел в штрафную и забивать. Куда ты бьешь? Куда же ты бьешь, ёшкин кот? У меня сердце прямо сейчас из груди выскочит же, елки-палки, как... Ну, не хочу проигрывать, терпеть не могу проигрывать. А кто любит проигрывать? Ребятки, кто-нибудь из вас любит проигрывать? Да никто не любит. Да что ты делаешь? Попытаемся его сейчас на прессинге опять поймать на ошибке. Давай, есть. Кэрол, забей же твою ж за ногу, Кэрол. Не надо, я тебя умоляю. Без вот этих вот суперских разрывов моей защиты. О, Рейна вытащил молодчага. Кошмар. Так, тихо. Вынос, Рейна, молодца.
Нет, не давай. Фламини, не давай ему, не давай бить. Ой, ты господи, слава тебе, господи, мимо ворот. Что ты будешь? Ну, нет, не надо, я тебя умоляю, нет. Рейна, молодчага. Молодчага Рейна тащит все, прям вот все тащит. Кэрол, хорош. Хорош, дружище. Давай, Пьянич, туда. Наукоутиньо. Ай-яй-яй, Бертранд. Бертранд забирает мяч. Но здесь нормально, перехват. Ну же, черт. Ну, есть. Ну, не сметь. Оп. Не, никого там нет. Я что-то не то абсолютно сделал. Там никого особо не было. Чтобы... Что? А, первый тайм. Ладно, продолжаем. Отлично, он тоже вроде не протормозил там нигде. Ничего не заставил нас ждать с вами. То у меня что-то последние матчи, у меня все время там кто-то на паузу ставит, потом выходит из игры или меня почему-то выбрасывает. Я, в общем, получается, проиграл 6 матчей из-за этого уже. 6 матчей проиграл, представляете? Ну как, ладно, хорошо. Нет, 2 матча я проиграл абсолютно, меня просто порвали. 3-0, 3-1. Но остальные матчи я проиграл вот именно... Вау! У-ху! Е-е-е-е! Кто это? Кэрол, красавчик! Красавелла, дружище, молодец! Есть! Навес и гол! Умничка! Умничка на 48-й минуте. Отлично. Ну, тихо. Не надо. Давайте ему разбегаться, вот таких вот маневров делать. Ну, не надо. Тоже мне тут... Этот самый, как его. Офсайд. Арнальдини в лучший год. Какой? Что, штрафной? Тихо. Жизнь! Рейна, умничка, затащил Рейна. Прям поцеловал бы тебя в твою лысую бошку за это. Все нормально. Нормально. Теперь сами пошли. Пьянич. Хорош. Вперед. Кэрол. Кэрол, что ты делаешь? Эй, это фол. Это любовь. Ладно, как мы будем с вами бить? Вот так мы будем с вами бить. И давай! Ах, зараза! Был не очень весело. Так. Оп, отлично, Каларов, умничка, и разгоняй. Что? Как? Куда? За что мне это все? Почему у меня это типа показывает, у меня лагает? Ну не может же быть такого. Что это за издевательство?